Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. В моей жизни случилась неприятная ситуация, от которой я чувствую себя психологически пострадавшей. Если вы чувствуете себя психологически пострадавшей, то речь, конечно, идет о психологической травме. Если речь идет о ней, то вам необходима помощь в ее проживании, этой самой психологической травмы. Эмоции и чувства с ней связаны. Познакомилась с парнем через интернет, мне он очень понравился по фото, он свободный, по его словам, я тоже. Ну, здесь, конечно, сразу возникает вопрос, связанный с тем, почему через интернет вы познакомились с человеком. Дело в том, что в интернете люди так просто не знакомятся. Люди идут в интернет, потому что там легче знакомиться. Но важно понимать, что легче не значит, эффективнее, легче не значит приятнее, легче не значит удобнее, хотя может казаться, что удобнее, это правда, может казаться, что удобнее, вот. Но это, к счастью, к сожалению, это иллюзия. Это иллюзия. Не легче и неудобно. Более поверхностное общение. Да. Более такой поверхностный, можно сказать, контакт получается в этом случае. Да, это правда. Это правда, вот контакт на самом деле действительно получается более поверхностный. Это верно. Это правда. Но ни в коем случае не вот удобно. Поэтому обратите внимание ваше. Нужно на то здесь, каким образом вы пришли к знакомству в интернете. Как вы пришли к идее, познакомиться в интернете мужчин. Вот, вы пишете, что он свободный, я свободный. Ну, понимаете, опять же, каждая из историй. История здесь такая, что происходит. Центрация. То есть вы центрируетесь. Человеке. Вот. То есть как бы центрируйтесь в этом смысле, получается, на нем, вот, как на, я бы сказал, мужчине, да, происходит центрация такая, вот, и это создает перекос. Вообще.
Потому что вот там, где общение, и там, где контакт мог бы развиваться естественно, у вас он развивался неестественно, к сожалению. И в итоге вот вы, получается, меняете уже свою жизнь, вы, получается, уже становитесь зависимы и так далее. Ну, в смысле, от человека. Хорошо ли это для вас? Большой вопрос. Дальше. Значит, живет один, позже это подтвердилось, была у него, да, то есть речь идет о недоверии. Он гораздо моложе меня, но я выгляжу сильно младше ровесниц, поэтому ровесниц разницу меня ощутили. Здесь имеет место быть сравнивание. Вы как будто бы сравниваете себя с другими женщинами. Вот. То есть тут, вероятно, проблема с самооценкой. Встретились пару раз, гуляли, все было здорово, весело, общались, было легко в общении, парень очень красивый, приятный, по его словам тоже. Важный момент, когда люди встречаются исключительно без какой-то такой подоплеки, без фона, изначально объединяющего людей, то волей-неволей происходит акцентированное взаимодействие. В данном случае акцентрирование направлено на гендер. Так, значит, вы пишете, парни очень красивые, по его словам я тоже. То есть вот вы приводите его слова здесь, как будто бы, опять же, не уверенным в себе. Но на последующей встрече мы не удержались, у нас случился секс. Здесь у вас отсутствует личная ответственность, то есть вы говорите «мы», не «мы», «вы». Алиса, вот конкретно вы решили, что, собственно, у вас будет секс. Перед этим мы решали, стоит или нет, опять же, да, то есть мы. То есть тут вот вы не опираетесь на себя. Не имеете как будто бы своей позиции, своего решения, потому что никаких «мы» нет. Значит, решали, стоит или нет, не рано ли, я ему говорю, я переживаю, это мне понравилось, я говорю, все будет хорошо, поддержал. А по поводу чего вы переживаете? Ну, то есть это опять же, по сути, желание сидеть на двух стульях. И секс, что был, и отношения серьезные были. Это, как правило, невозможно. Возможно это, когда у людей есть фон, когда у людей есть какой-то объединяющий изначальный вектор. А в данном случае риск, это всегда риск. Это нормально. Он говорит, что будет хорошо, поддержал. Ну, да. А что он должен был сказать в ответ? В итоге, на следующий день, он, как обещал, писал, общение было милым, но сказано, мне не осталось замечать какой-то холод по припискам, на телефон так вообще перестал отвечать. Да, то есть, по сути, вы говорите о снижении интереса. Это абсолютно нормальная история при знакомствах в интернете. Я не навязывалась, пишу нечасто, в итоге не выдержав, стала задавать ему прямые вопросы, что происходит. Это опять же классическая история тревожности и невозможности принять решение для себя. Скорее всего, на молодого человека вы навесили некие свои ожидания, некие свои потребности, которые ранее были не удовлетворены. Ну что, получаю игнор, далее все скатилось к тому, что он то игнорирует, то появляется внезапно и пишет, я не перекрылся, прости, я хочу видеться, мы будем видеться. Ну, то есть, по сути, пишет, когда ему удобно, понимает, что вы от него зависимы. Встречи так и нет, итоги, суть моего обращения, этот человек в итоге кинул или нет. А как чувствуете вы? Психологи не занимаются обсуждением третьих лиц, в данном случае мы можем помочь вам разобраться в себе, но никак не с третьим лицом. Это вообще-то нарушение профессиональной этики. Как вы-то сами чувствуете? Что для вас его поведение? Просто я не совсем понимаю, почему бы просто не кинуть ЧС или не открывать интернет никогда, не писать больше вообще. Это ваша позиция, по сути. То есть вы требуете от человека, чтобы он вел себя так, как хотите вы. Или объяснить как мужчина причину и закрыть эту историю. Опять же, это ваши требования. Это требование того, чтобы человек дал вам определенность. Но сами вы
решить не может, как действовать. А то получается, он вроде как и кинул, в то же время не дает ложной надежды на возможную встречу. Так это опять же, вы здесь перекладываете ответственность на человека, вы сами как интерпретируете его поведение. Приемлемо оно для вас или нет. Вас что-то удерживает от принятия решения. Что? Вчера пишу, мы с ним, пожалуйста, сериал хотела посмотреть, он обещал ранее, говорит, посмотрим вместе, для чего. Ну, опять же, какая разница. Важно то, что, судя по вашему описанию, да, вы уже человека и мужчины это не считаете. Но все равно надеетесь. Все равно надеетесь. А вот что это за надежда? Связана эта надежда с вашим возрастом? Связана эта надежда с тем, что вы не уверены в себе? Нужно разбираться. Что это за человек и зачем он так поступает? Со мной знает, что я влюбилась или что-то похоже. Но то, что вы влюбились, не имеет никакого отношения к поведению человека. Вы не настолько близки, чтобы его, ваши чувства заботило. Вот. Понимаете? Дальше. Еще пишет, я понимаю, что ты переживаешь, я эта ситуация очень изменила привычный уклад моей жизни, я ежедневно переживаю, хочу видеть его, хочу нормального общения, или чтобы он объяснил причину, мы нормально прекратили какой-либо контакт. Здесь вы демонстрируете невозможность самостоятельно принимать решение. Самостоятельно. Все у вас на «мы» перекладывается. Но он и не кидает, и не дает ничего больше, продолжения нет, и на прямые вопросы не отвечает, когда я пытаюсь разобраться в ситуации. А вы не пытаетесь в ситуации разобраться, вы от него ответ требуете. А ответы ему давать не выгодно. Все карты на стол выкладывать не выгодно. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи.